много. И так и холодно за окнами. -25, и в этот вечер тяжело ей о нем не вспоминать, не удержать слез и не найти ответ на вопрос, почему он сердце ее больно ранит. Почему в ее сердце огонек не гаснет? Почему в ее сердце огонек не гаснет? Он звонит вторые сутки, гудки в трубке. Она не отступает ни на шаг, не отвечает на звонки. Сердце в куски, в клочья, но все же она сильнее, сильнее боли, это точно. Жить так больше невозможно, отчего так сложно. Лучше бы он не звонил, исчез, так проще. Она сказала себе нет, но на устах имя его ей тяжело одной, ей тяжело. Все мне не звони, не говори ничего. Ты выбрал сам, с кем тебе быть. Слезы высохнут, слезы высохнут. Прощай, но не говори, не обещай. Я ухожу, меня не провожай. Сердце моим белым снегом тай, с слезами на глазах. Прощай, но не говори. Прощай.